Беговая дорожка, старт, финиш, тренировки 6 дней в неделю. О том, что спорт – это победа над собой и воспитание волевых качеств, Лера Борисова знает с детства. И медаль высшей пробы – доказательство того, что она на верном пути. Спорт – это наследственность. Она у меня с детства, так как папа – лыжник. Мы в детстве часто бегали, катались на лыжах и... Поэтому, наверное, это все началось с родителей. Лучший результат Лера показывает на средних дистанциях длиной 600-800 метров. И хотя от волнений перед стартом никуда не денешься, девушка поделилась секретом настроя на победу. Можно сказать, что все получится, убрать все страхи прочь. Сказать, что ты все можешь. Очередные соревнования показали, что подготовка юных атлетов в нашем городе проходит на высоком уровне. 9 воспитанников ДЮС «Шикар» привезли из Дзержинска 11 медалей, причем 5 из них – высшие пробы. Тренер Марина Мачкаева не считает, что победа досталась ее подопечным легко. Очень сложно ребятишек привлечь вообще в секцию, а тем более заставить их трудиться, потому что занять первое место – это не просто, нужно приложить большой труд к этому. Призовое место – это не повод останавливаться и почивать на лаврах. Это очередная ступень на лестнице спортивного Олимпа. Впереди у ребят еще много различных соревнований, а значит, много новых побед. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.